Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, а также Екатижаркая крошка. Ля-ля, это что меня так бог Майнкрафта сегодня обозвал? Приятненько. И сегодня мы находимся там, где люди последние 100 лет не видели дождь. Мы находимся там, где люди никогда в жизни не чистили зубы, не принимали душ, не купались в бассейне и вообще никогда не притрагивались к воде. И мы находимся там, где парни девушкам на все существующие праздники дарят не цветы, а кактусы. Потому что другие цветы тут даже не растут. Ах, вот оно что. Так это получается, мы в Белгороде. Помню, я приехала к своему другу, ну, в этот город, а он мне кактус дарит при встрече. Я говорю, ты нормальный? Говорю, девушкам цветы дарят, а не кактусы. А он говорит, а у нас нету ничего больше, не растет. А я у него спрашиваю, говорю, а чё тебя пасёт-то так? А он мне говорит, а я не мылся уже 10 лет, воды-то нет в городе. И я такая, чё? Он 10 лет не мылся и 10 лет зубы не чистил? Получается так. Господи, спаси, если кто-то сейчас из подписчиков нас смотрит из Белгорода, я соболезную, то подожди, в Белгороде воды тогда нет, там, мне кажется, там не может быть такого. Может, это Белгород. Господи, ну я тогда в Белгород не ногой. Эть, вот здесь нету, вот тут, тут тоже нету, вот здесь вот где-нибудь вот тут, и тут тоже нету, вот сюда, да что ж такое-то, вот это вообще, как это понимать, фига подобного вообще, о, вот здесь, а? Пусто. Ну что делать? А чё пусто-то, что ты сейчас делала-то? Я пытаюсь прокопать скважину, чтобы найти хотя бы капелюсечку водички. А вдруг в этой водичке бог Майнкрафта такой купается? Это он, поди, всю воду из Белгорода украл. А ты не задумалась, то, что мы с тобой в пустыне находимся? Тут в принципе воды нет, как бы. Погоди, мы находимся в Белгороде, и я хочу им помочь найти им воду, так что не мешай. Все, не страдай фигней, иди сюда за мной. Воду-то мы, может, в этой серии не найдем, но я перед тем, как начать записывать этот ролик, нашел вот это вот. В каждой серии Майнкрафта мы с Катюхой находим деревню, но что-то вот это даже на какую-то деревню не похоже. Ты видишь вот эту башню огромную, которая там торчит? Да, вижу, но что-то пока мне ничего это не говорит. Не успели мы зайти в Майнкрафт, как бог Майнкрафта назвал Катю, как он тебя назвал? Екати горячей крошкой. Екати жаркой крошкой, я даже не понял, то ли он к ней как бы вот это заигрывает с ней, то ли он хочет к ней подкатить, то ли что, но Кате вроде как понравилось, потому что Кате такие комплименты уже давно не делали. Ну, кстати, да, вообще-то мне приятно было. Ну, как бы то ни было, Белгород, конечно, красивый город. Вон какая-то башенка, какой-то домик красивый, такой, ну, вот, кирпичный. Вот это, кстати, да, в скольких деревнях мы были за весь сезон Майнкрафта, но я не видел, чтобы вот такая, а какой-то замок прям огромный в центре города был. Так, ну надо найти жителей, я не знаю, поспрашивать, как так, дела, чё, кого. Давай разберемся, что вообще происходит в этом Белгороде. Давай, короче, по домам, ты в один заходи, я в другой захожу и посмотрим, что здесь внутри находится. Давай, быстро. Так, давай на разведочку. Ты только аккуратно, потому что дофига вот этих кактусов, мы все же как бы в пустыне. Опа. Это паутины дофига, как будто никто 100 лет не убирался. А в сундуках я нашел 4 ведра. Прикольно, а тут вообще пустота и какой-то огнетушитель стоит. Огнетушитель? Ага, первый раз вообще вижу в деревне огнетушитель. А тут тоже какая-то фигня, это звонок или чё? Ну, громковато, согласись. Да, ничего, что я стекло разбила, а то просто дверь не нашла. Да какая разница с этим стеклом? У них в городе воды нет! Ты думаешь, им вот это есть какое-то дело до того, что ты им стекло разбил? О, гидрант! А ну, да потыкай по нему, может, в гидранте есть вода? Нет, знаешь, если бы в нем была вода, здесь бы хотя бы хоть что-нибудь росло. Кстати, реально, грядки вообще полностью сухие, все высушенные, мертвые вот эти кусты. Слушай, я тебе сразу предлагаю отправиться вот в эту огромную постройку. Если кто-то и знает, почему в Белгороде нет воды, то это, наверное, власти этого города. Может, они ее просто отключили, потому что белгородцы не платили за коммунальные услуги, а?
А, не, стой, я не пойду туда, мне что-то страшновато как-то. Давай попробуем сначала сами разобраться. Ну, может быть, реально, как бы, безденежье, кризис. Зайди вот сюда. Все. Ты заметил то, что в каждом доме есть вот эта вот фигня? Ну, это больше напоминает эту... Пожарную это тревогу. Пожарная тревога. В каждом доме есть огнетушитель. В каждом доме есть сундук, а в сундуке еще 4 ведра. Забирай тогда эти ведра, у меня есть уже 4 штуки. Если они здесь есть, значит жителям они зачем-то нужны. Значит, они все же что-то в эти ведра набирали. Но где воду-то эту можно найти? Кать? Да? На дом посмотри, мы только что от него с него вышли вот туда. Ой-ой-ой, так там же сейчас все погорит-то, давай потушим, где вода, в колодце вода. Сейчас ага, так, а я там, мы зашли, блин, тут нет воды-то, ядрить, колотить сейчас, дом же этот, чертовой бабушки весь горит, ты сюда. А, ну тогда руками тут же быстрее. Да, а как нам туда забраться-то на крышу, давай тогда запрыгивай на крышу, опа, и туши. Просто ты. Как он загорелся-то так моментально, мы просто выбежали на пару секунд, Кать. Так, давай быстрее, пока ничего не видно, книги погорят сейчас. Да туши книги! Ну я уже просто ломаю блоки, сейчас, подожди, лопатой, тушим! Тут разгорелась вся крыша! Ио, просто ты, а как пожар это тушить в Белгороде, если воды нет? Воды, блин, руками надо тушить, ну какая, конечно, то, что в Белгороде почти никто не живет, потому что здесь все сгорит, все к чертовой бабушке при малейшем пожаре. Слушай, я, еще тут! Вот это, стой, Катя, стой, Кать! Ёкарный дед, слезай давай, вон пол дома погорело, мы нифига не помогли. Ну слушай, если бы мы не помогли, тогда бы полностью весь дом бы сгорел, а так, ну хотя бы немножко что-то уцелело. Слушай, у меня есть идея, кактусы же могут выживать без воды, почему? Потому что внутри кактуса вода, так может мы просто сейчас в ведра кактус нальем и будем это, да? Как тебе моя идея? А может просто по старинке напипикунькаем в ведро и будем этим тушить? По какой такой старинке? Ну, типа... Я такого не делала никогда. Ну чё, никто в детстве что ли на костер не писал и не тушил его? Я нет. Чё, реально я походу один такой был? Спалился. Ну ладно, так. Я считаю, что мы должны свой гражданский долг выполнить в эту минуту. Мы должны пойти сюда, в эту мэрию, в это здание, и решить проблему с отсутствием воды в Белгороде. Если не мы, то кто им поможет-то, ёпарасоте? Ну, если кто-то и знает в этом городе, опять что-то загорается. Если кто-то и знает в этом городе, почему нет воды... Да ты что, издеваешься? Если кто-то и знает в этом городе, почему нет воды, то... Да почему пожар? Да чё, горит-то? Тут я два раза уже потушил. Туши давай. Кошмар, какая засуха, что просто ответ... Да ёбрасы, ты просто огонь из ниоткуда. Как это вообще возможно, чтобы мы просто шли, а огонь перед нами появлял? Ты чё, прикалываешься надо мной? Это как вообще? Слушай, мне кажется, что власти тут походу ни при чём. Походу власти тут реально ни при чём. Так, давай, я открываю ворота, забегаю внутрь, разберемся. Или тут есть какой-то другой вход, нет? Не знаю, давай, открывай, но мне что-то как-то немножко боязно. Давай, опять горит-то, ядрить-то колотит, да как все горит-то, передга. Ой, здравствуйте, молодые люди, это вы власти, да? Это походу белгородцы, которые просто 10 лет не мылись-то, ядрить-то колотить. Вот ты смотри, они прям такими, какими-то коричневыми стали. Собака. Ага, походу засушились. На, по башке, другому, третьему, четвертому. Всё, кокнуло одного. Всех кокнули. Сколько их было, трое? Да, кто это, что это вообще? Так, короче, заходи внутрь, закрывай за собой дверь, давай, заходи внутрь. Давай, я не умею за собой дверь закрывать. Да ну на рычаг ты нажми, иди на рычаг нажми. Это не рычаг, вот это рычаг. А, все, поняла, буду в следующий раз знать. Поднимайся, давай на второй этаж, за мной только тихонечко. Я первый иду, если там и будут еще раз вот эти белгородцы-зомбаки. Я тебе об этом... Так, смотри, кулер! В кулере же может вода быть, а ну потыкай на кулер. О, точно, сейчас мы в ведра наберем ее. Ать! И нифига, что-то не работает. Сломался, походу. Или сломался, или высох. Так, ты смотри, тут везде огнетушители. Тут везде... Подожди. Мне кажется, или это нифига не мэрия, и здесь не власти живут. Мне кажется, или это пожарная станция какая-то. Да, и немножко погоревшая. Ну нифига себе погоревшая, в хламину просто раздробленная. Так походу здесь и нет вот этих пожарных, потому что они уехали из Белгорода, если здесь каждый день пожары происходят. Вот, нога!
На глазах! На глазах просто загорелось! Слушай, ну это кошмар какой-то, нам нужно что-то с этим делать. Даже в котлах воды нет! А извините, как тушить пожар, когда нет воды? О, что за шкафчики? Ща, погоди, я гляну, что там внутри. Ага. О, слушай, походу мой размерчик, это... Отвернись, говорю! Это, сейчас померю, отвернись, не хочу, чтобы ты меня видел. Размерчик чего? Чё ты там нашла? Признавайся давай! Сейчас увидишь, но ты должен отвернуться, иначе я обижусь. Давай. Да чё я там не видел? Давай переодевайся! Я говорю, отвернись! Ты меня ж вниз толкнула на первый этаж! Ну тогда сейчас я точно отвернулся, давай там. Переодевайся. Идеально сел. Просто идеально сел. Слушай, ну можешь подниматься и смотреть. Мне даже интересно, что ты там нашла. Ёперный пожарник! Ты чё, костюм пожарного нашла и только сейчас мне это говоришь? Слушай, я походу с этой серии, Катюшка, пожарник. На, держи, это тебе, кстати. Чё, ты сейчас меня бросила? Ну, я бутылку воды нашла, подумала, вдруг ты пить хочешь. И ты бросила бутылку воды, так она бы нам пригодилась, чтобы мы пожар потушили. Вот пожар, смотри, 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 я беру... Я пожарник, отойди, я пожар... Всё, я пожарник. Вот для чего нужна была эта бутылка, не для того, чтобы в меня ее бросить. Так, тогда ты тоже обернись, я сейчас тоже переоденусь. Все, вниз туда спустилась. Да что я там не видела? Вниз спустилась, много ты что там не видела. Вниз спустилась. Все, я в угол смотрю. И ты тоже вниз вот это спустись, а то ты там тоже реально много чего не... Но я не буду у них на глазах переодеваться, они не хотят разворачиваться, отвернись, пожалуйста. Ладно, я тогда сам выключу экран. Сейчас это потянуть. Да не влазит, ну не слишком вот это... Худеть надо, худеть. Да как ухуя, я про другое, не влазит, а не про худеть. Опа, все. Ну все, смотреть-то можно? Ну да, давай смотри на меня. Ну все, это просто шикардос. Слушай, мне кажется, пока мы тут переодевались, там полгорода сгорело уже. Кстати, да, надо будет пойти проверить. Ну тогда все, давай тогда на улицу. Только давай из вот этих шкафчиков забирай вот эти вот бутылки. У меня две бутылки для пожара хватит. Так, там есть что-то внутри? Да, тут тоже какие-то бутылки, наверное, с водой. Сейчас испробуем. Так, а если вот сюда? Ой. Ядрить, колотить, так ты читай, что там пишет. Это коктейль Молотова был. Ну, коктейль, коктейль же это вода. Ну, коктейль, там не только вода, там еще спирт. Ты что, не знаешь, что такое коктейль Молотова? Ну, я не пила его ни разу, не знаю. Да, его не пьют, он горит, он поджигает все. Слушай, Катя... Я лечу! Ты куда прыгнула-то? Я не знаю, как это потушить, это не тушится даже, у нас воды нет. Как нам нужно найти место, где есть вода, понимаешь? Ну, у меня еще один коктейль есть, давай им потушим. Выкинь его и больше никогда не используй, выкинь. Хорошо, вообще. Выкинула. Да не правой кнопкой выкинь, господи, не туши давай! Да тушу я вообще ни разу не училась, то пожарного я не знаю. Руками работай, работай руками, тыкай, тыкай, тыкай. Забираем, что тут есть в каждом вот этом шкафчике, немножко водички, рычаг, еще водичка, и здесь Катя забрала вот эти все коктейли Молотова. Все, Катя, встречаемся с тобой тогда наружу, беги вот туда. Все, давай, побежала. Это вот сюда, открываем и... Не, Кать, мы с тобой наружу не встречаемся, я туда не выйду. Так, а что там, я уже почти подбежала, кто там, что там? Я сзади, сюда, обернись, я сзади, вот. Ты плечо пугаешь. Пошли вот туда, там еще вот эти зомбаки пустынные, белгородцы были, они вот там возле входа, 4 штуки там было. Ну так пойдем кокнем ее, просто ты у меня коктейль Молотова есть. А давай ты больше ничего огненного не будешь использовать в Белгороде. По старинке меч в руку взяла и перекокала их всех. Давай! Я лопатой их сейчас кокну. Какой лопатой? А ну пошли сюда! Какой лопатой? На тебе по башке! Да, на! Ну на как... тебе! Какой на! Лопатой, Кать? Алло, куда? Ну подошел сюда, будешь меня тут поджигать, все знаю, это вы его украли, походу. Ёханы ты, бабай, Кать, здесь просто все разгорается, я не успеваю все это тушить. Давай, ты их кокай, а я вот это все буду тушить, так, я тебе сейчас помогу. Так, один зомби подгорел, вот это поджегся. Сзади еще один, давай, так, кокай. Так, все, последний остался, рубим. На, по башке, тушит. Ию. Да вы чё, прикалываетесь, криперы, вот эти вот белгородцы, туши, тут все горит, ну ты не видишь, что ли? Ну я вижу, мне просто страшно. Так, все, и вот там еще, да слушай, даже ночью все загорается, да как это возможно, солнца даже нет. Капец, если вы хотите идти пожарником работать, подумайте 300 раз.
Слушай, Кать, у меня есть офигительная идея. Ты видишь вот эту каменную башню? Вот перед... Я вижу только пожар. Ну иди туши. Каменная башня же сгореть не может. Она же ведь каменная. Логично же, я тебе предлагаю устроить вот этот опорный пункт, или как это называется, башню обзора вот в этой башне. И будем с нее наблюдать, где в городе появляется пожар, сразу же реагировать и тушить его. Вот, кстати, пожар, туши его. Ага, и как ты хочешь добежать с этой башни до места пожара? Зато хотя бы мы не сгорим, а? В каменной башне мы сгореть с тобой не сможем, поэтому вот, кстати, житель там прятался. Все, давай за мной, тут тоже два кулера есть, но как я могу предположить, в них вряд ли есть вода. Все, давай забирайся вот сюда со мной. Так, надеюсь, там никаких этих зомбаков нет пустынных? Не-не-не, здесь никого нет, и пока что, как я вижу, ничего не горит. А, нет, уже горит. Опа! Камень горит! Камень загорелся! Так, а в сундуке у нас... Водяная пушка! Кого? Слушай, так, все, мы сейчас сможем стрелять с нее! Сейчас, подожди, смотри, вот я сейчас возьму вот так вот, нацелюсь на пожар, вон пожар, вон там, и все, и ничего. А почему? А как ты хочешь стрелять с водяной пушки, если в пушке воды-то нет? Надо зарядить пушку водой! Давай слюньки туда попускаем. Какие слюньки, Кать? Но в этом городе нет воды! Короче, наша сейчас задача найти где-то воду в этом городе. Ищи глазами, в каком доме мы еще не были. Тут все реки просто высохли, я вообще нигде воды не вижу. Я не знаю, мне плохо работает логика на воду. Хотя, в принципе, логика всегда в этой жизни плохо работает. Я сейчас столкну тебя. Не надо сталкивать, я пошутил. У нас, Кать, походу, проблемы. Домик на горе начал гореть. Все, Катя, группа экстренного реагирования. Вот это, пожарники, давайте, давай. Кать, у меня еда кончается, у меня все кончается. Я последнюю курочку съел. Надо жить, стейки. Я отравился. Все, давай тогда в дом. У меня есть 3 бутылочки с водой, но я очень сильно сомневаюсь, что они помогут потушить весь этот пожар. Тогда, Кать... Да давай коктейлем потушим, ёпта. Каким коктейлем? Коктейлем Молотова? Ёшкины ты картошки, Кать, да дом весь уже сейчас сгорит. Ты мне или помогай, или иди нафиг с этого города, Белгорода. Подожди, тут этот самый кран какой-то. Какой кран? Да толкать-то меня зачем? Ну я же случайно, дай-ка, ну это невыносимо. Да дома так быстро разгораются, то что мы просто не успеваем их тушить. Тут кран, быстрей посмотри, что там, пока я тушу. Это не кран называется, это люк называется. Ну тут еще не закрепер! Ну все, Катя, до свидания, ты же сейчас кохнешься. Походу этот люк нам больше нафиг не нужен. Тут у нас дыра огромная появилась. Ладно, ты пока беги сюда обратно, я посмотрю, что тут снизу. Опа, какой-то секретный подвал с факелами. А в подвале у нас вода. Ты где там? Я тебя найти не могу. Так вот, где белгородцы все это время воду прятали. Тут какие-то рудники вот эти водяные в доме были. Это или колодец какой-то, который протек вот сюда. Офигеть, я думаю, что это не белгородцы прятали, это она сама сюда ушла. Так, пушку вот эту в руку бери, сейчас давай будем наполнять. Пушка реально в 2 раза больше, чем ты. Так, заряжаем. Готово. Пушечку, все готово. Так, подожди, у меня же еще ведра есть. У меня 4 ведра есть. Ведрами вот тогда тоже наполним. Мы во все руки сейчас как бы подготовились. Мы готовы спасать весь Белгород. Так пошли тушить и помоем их заодно. Ну да, белгородцев бы тоже надо помыть. Ну давай тогда скажем то, что у них здесь есть вода. Вот обрадуются, за всю жизнь хотя бы 1 раз помоются. Побежали. Опа, так, все, давай, я тебя жду здесь. Смотри во все свои глаза, во все стороны. Если где-то замечаешь пожар, сразу же кричи. Мы никогда с тобой не были еще так готовы, как сейчас. У нас есть вот эти водные пушки. Мы с тобой, Катя, сейчас потушим любой пожар. Там да... горит дом! Горит! И походу самый большой дом на этой планете. Так, как это вообще вот эта пушка работает? Опа! Вот так, ого! С одного выстрела весь пожар потушили! Вот туда, Катя, дай туши! Наверх, быстрее, наверх! Ёханый бабай, тут всего лишь 5 выстрелов этой пушки, все, у меня закончилась уже вода, давай ты туши! У меня тоже кончилось. Ну тогда по старинке руками тушим или бросаем вот эти вот зелья, Катя! Это как-то невыгодно с этими пушками тушить пожар! На! Сейчас заберусь наверх, у меня есть 4 ведра воды! На, вот так, господи, ты помилуй, туда водичку! Я наверху! Давай туши!
Слушай, души, мы почти потушили весь дом, ну или весь дом почти уже сгорел без нашей помощи. Ядрить-то колотить! Скорее всего, мы его просто затопили. У меня такое впечатление, Катя, то, что мы с тобой вообще нифига не справляемся с работой пожарника, не? Мы больше, походу, вообще ни с чем не справляемся. Ядрить, колотить, я сейчас тоже кохнусь из-за этого пожара. Все, короче, я вручную тушу, так у меня лучше получается. Как бы это... Ну, можно сказать, что как бы Белгород мы нашли, воды сейчас у них слишком много и даже больше, любой человек может сюда прийти и помыться. Ну а пожар... Мы потушили пожар, вот, каким бы он ни был, вот. Больше здесь точно ничего гореть не будет, потому что вода, как бы, везде вода. Ну, мы отлично справились, я считаю. Да, ну, лучше даже быть, в принципе, не могло, да. Ну, слушай, ну, Белгород, как бы, Белгород хороший город, но мне кажется, надо идти отсюда. Ну, слишком стрессовый город, слишком много пожаров, слишком много человек нервничает. Да, пока не поздно, пошли отсюда. Пошли. Ну, в любом случае, как бы, давай вот спускаемся вот сюда. В любом случае, белгородцы, мы к вам еще 100% когда-нибудь вернемся, ага. Когда у вас пожары не будет на каждом шагу, и когда у вас нормально в городе вода появится. Да, и горячая, и холодная. Там из обоих кранов там, да? Фух, сейчас добежать. Все, толкай меня. Я устала. Я потушила сегодня 10 пожаров в этом городе. Я заслужила отдых на тележке. Ну тогда подвинься. Опа. Тогда я себе тоже вот эту тележку сюда пришаманил. Опа. Что? Ну отдых мы с тобой сегодня точно заслужили. Это да. Отлично потрудились.